направо другому Родригесу, Гарри. Того опередил Марсело. Итак, угловой. С левого фланга подает Эдуардо Альбакар. Не подает. Разыгрывает. Передача низом. Удар поворотом. Попадает мяч в лицо Криштиану Роналду. Но он быстро приходит в себя. И что здесь? Это пенальти. Получается, Роналду пробил по сопернику или что? Что в итоге-то показывает арбитр? Криштиану Роналду хотел вынести мяч. Рядом был соперник. Да, пенальти назначает Клос Гомес. Вот такие дела на 14-й минуте. Но Роналду, по-моему, был не в себе, когда все это происходило. Видите, здесь мощный удар принимает на себя Криштиану. Ну и дальше он зачем-то подрабатывает себе мяч первым касанием. И потом бьет по ноге соперника. Это Маскера сумел Роналду опередить. Ну, так что, в общем-то, вопрос, мне кажется, никаких быть к арбитру не должно. Вот в предыдущем матче был пенальти ворота мадридского Реала такой довольно сомнительный. Ну, а здесь, на мой взгляд, Клос Гомес прав. И Эдуардо Альбакар, недавно разыгрывавший угловой, теперь уже имеет шанс открыть счет в матче 5-го тура на Сантьяго Бернабео. Ну и прекрасная возможность для Кейлора Наваса. На чемпионате мира в серии пенальти он творил чудеса. Итак, Эдуардо Альбакар, капитан Эльче, против Кейлора Наваса. Удар! Ух, какой удар хороший получился у Альбакара. 1-0. Навас был очень близок к тому, чтобы в этой ситуации не пропустить и стать героем эпизода, но нет. Капитан Эльче пробил великолепно, мощно и над вратарем. Но вот бывает, что Криштиану Роналду не только зарабатывает пенальти в чужой штрафной, но еще и привозит вот такие опасные моменты у своих ворот. Хороший удар у Альбакара, действительно, не придерешься. Смотрите, какая сила удара. Если бы с таким справился Кейлор Навас, это было бы нечто. Очень уверенно.